Сегодня у нас 11 ноября 2017 года. Утро у нас еще до завтрака, до 7 часов. Вот. Как обычно, помолились, почитали толкование Священного Писания Блаженного Филарета. Вот он тут у нас стоит. Трехтомник начал. Вот сейчас вот. Иначе начал заниматься. Иначе, значит, вы слышали, что умер такой известный сатирик, который богохульствовал, Задорнов. А мне сообщили, уже скинули. Я то утром встал сегодня, я встал так 3 часа почти, еще там 4-й час начался. Тут, ну, каждое утро так я в интернет, и по скайпу, и так. А я уже материал подготовил, придется сказать. Дело в том, что я уже немножко об этом говорил, а о нем писали, что вот он соборовался. И главное, родственники сказали, где. Его все снимали и снимали везде. Ну, открой Википедию, то увидишь, какой он есть. Сколько он зла натворил. И нет, покаяния-то нет. А соборовался. Ну, привезли его. Ни одного слова нету. Ясно, что привезли, это уже соборуется, это уже... Ладно, ладан, как говорят, дышит. Где покаяние? Он зла сделал столько, что даже сказать невозможно. Неоязычество. Вот Андрей Ткачев говорит, главное сегодня враг это вот неоязычество. Так он как раз из тех и фильмы ставил, и говорил, и хохотал, и кривлялся стоял. У меня это ролик, я еще не посмотрел, сейчас вот заряжу. Где-то мне надо сейчас зайти, зарядить. Сейчас, минутку буквально. Я сейчас слово Задорнов, есть или нет у меня в этих, на нашем видеоканале. Сейчас я узнаю и сразу открою его. Ролик. Я говорил, и при том, кажется, не один ролик был, Задорнов. Задорнов. Умер в московской клинике. Памяти Михаила. Прямой эфир. Михалков и Задорнов. Вот он хохочет везде все. Задорнов. Об РПЦ, вере и религии. Ну-ка, сейчас вот что-то может новое тут. 5 минут. Сейчас я только включу. Да ничего. У Гордона, у Гордона он нашел что-то там. О вере и религии. Он высмеивал все. Я материал готовлю. Ну, не каждому это понравится. Но я ссылаюсь на Библию, на каноны церковные. Покаяние должно быть. Если он покаялся, он должен теперь залезать за собой. Как Павел не боялся сказать, я гнал церковь, я недостоин называться. И теперь перед императором, сказать, перед правителем, там, перед Фестом, Феликсом, он везде об этом говорит. Здесь нигде ничего нету. Осталось только то, что он кощунствовал. Значит, вам надо искать-то на нашем канале, а вы на общем ищете. Ну, я не знаю, почему я так вышел-то. На нашем канале. Ну, да, на нашем. На нашем канале. Я стараюсь на наш канал выйти. Вот канал наш. Вот смотри. А где? Вот лупа. Вот. А, вот где надо. Вот где. Ну. Поиск вот сюда, да? Да. Ну, я не знал. Сейчас что? А, это надо страницу сначала изменить. Тут какое-то они устроили такое. О канале. Вот здесь о канале? Нет. Вот здесь вот? Выше поднимите. Вот лупа. Вот. Вон куда. Вон где. О, Задорнов. Задорнов. Прощенное воскресенье. Вот оно где. Вот у меня были здесь. Называется номер 25, Задорнов, прощенное воскресенье, Игнатий Лапкин. Вот это я потом перенесу туда. Дальше, Невзоров, Задорнов, по берушке от креста, о бороде, ну это пошел другой, Невзоров. А Невзорова я разбирал 32 его ролика. Ну вот, я где-то Задорнова еще говорил, там на 9 он, марта там, вот. Но я ничего не могу сказать. Может быть, по другим названиям я все божественное ставлю-то.
Вот первое, значит, о Задорнове, тут прощенное воскресенье, ну, видимо, так и есть, прощенное воскресенье. Это 19 минут 57 секунд. Не буду открывать, кому надо, так, номер 25, это может быть номер именно разбор его. Он богохульник страшный, и не взором Задорнов о вере, я говорю. И вот теперь я готовлю этот материал о нем. Первое послание к Коринфянам, 10:5-11. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Бог никого не наказывает, это попы сегодня. Пораженные. 1,3 миллиона, может, было. Сколько их там было? О, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Он кривлялся, издевался. Не выскажешь, как он издевался над христианством, над церковью. Не будьте также идолопоклонниками, он как раз такой и был. Фильм ставит там, одетый везде по-язычески, язычник, лютый язычник, идолопоклонник. Как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Ну, ему все это платили, он же не на шахте работал, не в земле копался. Все это происходило с ними, дальше Павел перечисляет этих, которые неправедные люди, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот понимаю, понятно, церковь могла бы свое слово сейчас сказать. Нет. А он исповедовал, не исповедовался, что там это, соборовался. Соборование там маслом помазали. Все, не покаяние. А крещен он или был? Нет. А по ней говорят, но соборовать не стали бы, если не крещен. Значит, он православный раскрещен. И поэтому всю эту мерзость он делал в православии уже, будучи православным. Я посмотрел, нигде не написано, что мать полька была у него. Дважды женат был, то есть, ну, тут так же, как вот Высоцкий, там другие все, все они так, пятая, десятая жена. И вот я тогда вспомнил стихотворение Крылова Ивана Андреевича «Сочинитель и разбойник». Разбойник – это люди, которые уголовники, а сочинитель-то он хороший, сатирик, он писал много, сочинял, говорил. Я покажу, как о нем отзывались даже его поле ягода. В жилище мрачной теней на суд предстали предсудей. В один и тот же час грабитель, он по большим дорогам разбивал, и в петлю, наконец, попал. Другой был славою покрытый сочинитель, ну, такой, как Задорнов. Он тонкий разливал в своих творениях яд, вселял безверие, укоренял разврат. Был, как сирена, сладкогласен, и как сирена был опасен. В аду обряд судебный скор, нет проволочек бесполезных. В минуту сделан приговор, на страшных двух цепях железных повешены больших чугунных два котла. В них виноватых рассадили, дров под разбойника большой костер взвалили, сама Мегера их зажгла и развела такой ужасный пламень, что трескаться стал в сводах адских камень. Суд к сочинителю, казалось, был не строг. Под ним сперва чуть лелся огонек, но он способоровался, может быть, он сочинитель. Но там, чем далее, тем более разгорался. Вот веки протекли, огонь не унимался. Уж под разбойником давно костер погас, ну, то есть родственники, кого убил, там что, и уже никто его не проклинает. Под сочинителем он злей с часу на час, не видя облегчения. Писатель, наконец, кричит среди мучения, что справедливости в богах немало нет, что славой он наполнил свет. И ежели писал немножко вольно, эпатажно, как выразился там священник, то слишком уж зато наказан больно, что он не думал быть разбойником грешней. Перед ним во всей красе своей, с шипящими между волос змеями, с кровавыми в руках бичами, из адских трех сестер явилась одна. «Несчастный, — говорит она, — ты ль провидение пеняешь, и ты ль с разбойником себя равняешь, перед твоей ничто его вина». То есть те, которые с церковью не боролись, там и все остальные, это, ну что, грешник, и все. По лютости своей злости он вреден был, пока лишь жил.
разбойник. А ты? Уже твои давно и слели кости, а солнце сразу не взойдет, чтоб новых от тебя не осветило бед. Не взойдет, наверное. Твоих творений яд не только не слабеет, но, разливаясь век от веку, лютеет. Смотри! Тут свет ему узреть она дала. Смотри на злые все дела и на несчастье которых ты виною. Вон дети, стыд своих семей, отчаяние отцов и матерей, кем ум и сердцем них отравлены? Тобою. Кто, осмеяв, как детские мечты, супружество, начальство, власти, им причитал вину людские все напасти и связи общества рвался расторгнуть? Ты! Не ты ли величал безверье просвещением? Не ты ли приманчивый прелестный вид облег и страсти и порог облег? То есть прямо относится все к Задорнову. И вон, напоена твоим учением, там целая страна полна убийствами, грабежами, раздорами, мятежами. И до погибели доведена тобой, в ней каждой капли слез и крови ты виной. И смел ты на богов хулой вооружиться, а сколько впредь еще родится от книг твоих на свете зол? Терпишь, здесь по делам тебе и казни мера, сказала гневная Мегера, и крышкою захлопнула котел. Это все относится к писателям, которые рассевают безбожество. А дальше я беру из интернета. В ноябре 2016 года в берлинской клинике Шарите Задорнову провели биопсию головного мозга, после чего он проходил курс лечения в одной из частных клиник в Прибалтике. Видите как? Вот. Еще в России все ездят в Германию, нет, денег-то хватает, тут не доверяют или что, там не помогло нигде. Курс химиотерапии в немецкой клинике не принес результата, поэтому Задорнов обратился к шаману. А то он уже болеет, уже при смерти. К кому обратился? Что, попы не знают? Который лечил писателя травами и молитвами. Скончался 10 ноября, а сегодня 11-е, 2017 года в 9:15 утра в одной из клиник Москвы в возрасте 69 лет. На 9 лет моложе меня. Незадолго до смерти принял православие. Если он как принял, если он крещеный был? Как принял-то? Крещение принял, не видно ничего. Исповедался и прошел обряд соборования. Исповедовался. О чем? Как? Соболезнования в связи со смертью Задорнова выразили президент Российской Федерации Владимир Путин. Ну, ясно дело. Раз Путин, значит, двери райские сразу открылись. Актер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвин и другие деятели культуры. В 2012 году сатирик проявил себя в новом амплуа, снял некоммерческий фильм «Рюрик. Потерянная быль». Для сбора средств на его создание и для обсуждения съемочного процесса 14 мая 2012 года были открыты специальные сайл, сайт и форум. Премьера фильма состоялась 12 декабря на телеканале РЕН-ТВ. Специалисты-историки раскритиковали картину за псевдонаучность, однобокость и популизм. А что он популяризировал? Себя и язычество в подходе к теме. Антинорманистические идеи создателя фильма были охарактеризованы археологом, культурным антропологом, филологом и историком науки Клейном, как воинствующий дилетантизм. Я не встречал таких выражений. То есть он ничего не соображал. В своих монологах неоднократно говорил, что уже несколько лет принципиально ни за кого не голосует. Однако выборы в Госдуму 2011 года, 11-го, он все-таки принял участие, поддержав КПРФ. То есть самая убийственная за всю мировую историю банда. На выборах президента России 2012 года поддержал Геннадия Зюганова. На сайте КПРФ иногда появлялись материалы, написанные Задорновым. Они также публиковались в «Правде», в «Советской России», то есть это коммунистические органы. Являлся сторонником движения «Звенящий кедр России». То есть это все выдумка. Никакой Анастасии на свете не было. Это говорит автор, кто Владимир Мегре запустил. И очень тепло отзывался Владимир Мегре, язычник, с которым близко дружил. Некоторые сочли поддержку Задорнова на самом деле скрытой иронией. Но в других интервью Задорнов твердо высказывал поддержку движению. Какому? Язычеству. Новоязычеству. В 2009 году Задорнова обвинили в плагиате, то есть воровство, за пересказ истории про Хатуля Мадана, кота ученого из блока ЖЖ, пользователь израильской писательницы Виктории Рейхер, псевдоним Нейвит, писатель, то есть
писателем, Задорнов Михаил называется, извинился и урегулировал процесс с компенсацией в 100 тысяч рублей. То есть плагиат. В ответ на слова Задорнова в апреле 2010 года, он говорит, одевается там как проститутки все. В Владивостоке поступила в продажу туалетная бумага «Мишка Забияка» и бумажка с Задоринкой с изображением сатирика, то есть подтирались им. Задорнов является автором ряда псевдонаучных теорий. Хороший какой, псевдонаучный. Доктор филологических наук, профессор МГУ, специалист в области истории русского языка Виктор Живов так ответил в передаче «Гордон Кихот» Задорнову, кавычки, «Вы время от времени говорите, ученые доказывают». Вот там, где вы говорите, ученые доказывают, ничего подобного ни один ученый никогда не говорил. Это чистая ложь. То есть он везде, все ложь. То, что вы говорите, это абсолютная, полная, вопиющая чепуха. То ли вы сумасшедший, такое бывает. Вы и есть абсолютный профан. Путин там это, да Путин он нужен такой. Если вы чего-то не знаете, надо взять словаре и посмотреть, а только после этого морочить голову населению. А вы ему даете вот эту непроваренную кашу, наполненную невежеством. Почему вы позволяете себе нести невежество в массы? Вот чем вы занимаетесь, понимаете? В этом надо каяться или нет? А не просто я пособорвался. Вы несете невежество в массы. В наши несчастные массы, которым и так достаточно трудно ориентироваться в этом мире. Вы им даете вот эту вонючую похлебку, которую варите неизвестно из чего. Где он в этой раскаялся, что варил вонючую похлебку? Людей смешил и смешил. Вот у меня два ролика, посмотрите, я там показал сейчас про Задорнова. Где она сейчас, можно даже показать, наверное, там. Ну да, вторая Невзоров, Задорнов и Лапкин. Лапкин за вере и религии. Вот оно, минимум два ролика уже есть. И когда 4 года назад, 4, он не болел еще. Не то, что я теперь на труп его набросился. Я имею право говорить о нем то, что я раньше сказал. Как Александр Мени. Я ему возражаю, 6 передач сделал я, наша беседа с Александром Менем. По телевидению я 3 программы вел, радиопрограммы. Там телевизионная была. Вы как можете? Это такой человек. Он такой. Я говорю, вы не можете, я могу. Мертвого льва не надо долбить. Я восстанавливаю то, что мы разговариваем. Я даже там ни одного плохого слова не сказал. А просто наш разговор, который был с Александром Менем. В присутствии там сколько людей собрано. Ну, еще спрашивать про людей. Льстецы. Дальше. Теперь я беру по житиям святых, по Слову Божию, чтобы не были другие похоти. Ну, рот ему раскрыли, зафиксировали. Дали ему в рот проглотить причастие, и что? Еще больше грех. Где покаяние? Сколько он снимался, сколько роликов, сколько книг? Ну, если не знаете, откройте, посмотрите, тьма тьмущая, сколько выступлений. Ну, я даже могу показать. Вот. Сейчас я открою. Минутку, это можно показать, чтобы вы увидели, что... Задорнов Михаил, вот, где? Умер Задорнов, умер сатирик Михаил Задорнов. А где Википедия тут, я не вижу. Умер. Официальный сайт Михаил Задорнов. А Википедии-то его и нету, на него нету. Вот она, вот она. Вот. Вот где, да? Вот. А, вот она где, они сзади написали. Ну вот это все про него. Вот посмотри, какое у него выражение лица. Он всю жизнь этим жил, маялся. Теперь это его биография. Вот все это, что делал. А теперь телевизионные выступления. Посчитай. 90, 92. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Тут это все, это его вот это вот. Вот. Я начал считать, а оно что-то то ли скинуло или... Википедия. Вот он. Вот посмотри, 15 я насчитал. Это больше, это выступление столько было. 15. Даже можно посчитать, чтобы люди знали.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ну, опять какое-то вышло. 35. Что-то я не туда не задеваю или еще? Да, да, задевайте. 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Слава Иисусу Христу! 76. Так это я еще не все дочитал. Где я закончил-то? 76. Телевизионные сборники. Дальше посмотрите, сколько. Вот это вот идет. Дальше. Фильмография, дата выпуска. Вот сколько. Участие в телепередачах, то есть не его только было. Вот где. Библиография, что он написал. Вот. Вот посмотрите. Это писатель. Писатель. Аудиокниги, то есть он был искренний. Вот теперь примечания только и то, сколько места занимают. Литература, ссылки, Михаил Задорнов на сайте таком-то. Мой сайт тут не попали нас туда, не показали. Давно умершая. Ну вот так. Я уберу его отсюда. Ну вот такие были всегда люди. Но к ним церковь относится по-другому. Так, это я еще сказал, это не то, я открыл. Вот. Я его сравниваю с Юлианом Отступником. Если он был православный, то явно дело, что ты его не крестили, принял православие. А где крещение? Как он принял его? Ничего этого нет, темная лошадка. И вот дальше о нем, как говорят, не, ну вот сколько я прочитал, 77, это передача, ну хотя бы на одну минуту-то можно было снять. На одну минуту, как его, ну, есть там принимает православие кто-то, что это, японец там принимает, там профессор какой-то, все показывает, здесь ничего не показывают. Ну как крестили, как причащали, что, тайна какая-то? Нет, нету, это обман. Обман в том смысле, что он был невменяемый, может быть. Родственники написано, родственники не против, чтобы это, то есть вот это сообщение только дать, и то все еще о его имидже заботятся. 20 октября Артемий, это Юлиан Отступник был, Юлиан пошел в ад. Понятно, до суда Божия уже точно было известно. 8 марта Феодорит, при Юлиане Отступники грабили алтари, дядя его мочился в алтаре, крайне дерзкий был. Артемий 20 октября. Это житие святого Артемия, а там при Юлиане Отступника. Я-то все отношу к Задорнову. Сказал, тебя Бог допустил прийти на нас, как дьявола на Иова праведного. Бог попустил этому Задорнову отравлять Россию. Юлиан сжег кости Иоанна Крестителя и Иисея и смешал с костями нечистых животных и людей. Мощи Вавилы сделали при Юлиане идола Аполлона безгласным. Надо правду говорить. И труды его, которые это сказал, чтобы они были мертвые, безгласные. Они сейчас только на его костях будут зарабатывать. Еще дай-ка канонизировать могут. 24 ноября Меркурий, святой Меркурий. Видение, голос от иконы. Сражение, и был киот и иконы пустой. А в ставке Юлиана появился некий воин, ударил отступника вниз живота и скрылся. В киоте вновь появился воин Меркурий, его икона. Из копья капала кровь. Поразил Юлиана, уже будучи сам мертвым. По молитвам святых, таких как Василий Великий, Ели и другие. 18 октября по старому стилю, это Дмитрий Ростовского. Юлиан погиб 26 июня 363 года. Ну а этот 10 ноября 2017 года. Мерзкое животное погибло, радуйтесь. Это с неба раздалось. О мертвых только хорошо говорят. Где это видели? Или ничего нет? А мертвых говорят... То, что есть. Вот оно. Мерзкое животное погибло. Радуйтесь. Он сам и многие молились о низложении Юлиана Отступника. И во время их молитвы прозвучало с неба «Нечистое и мерзкое животное погибло».
А что бы сказать, ну ладно, Юлиан-то, может быть, причастился, все-таки он был верующий. 1 января, Василий Великий, житие. Молился перед иконами Богородицы и Святого Меркурия. В это время в ставке Юлиана Отступника появился неизвестный воин, и копьем поразил его. Он, Отступника живет. Он откинулся на руки оруженосца, захватил густок крови под доспехами, кинул ею в небо, прохрипел: «Ты победил, галилеянин!» Во все это время киот иконы был пуст. Теперь же появилось изображение Святого Меркурия, из копья его капала кровь с иконы. 18 марта. Кирилл Иерусалимский. Крест был виден на небе от Голгофы до Елеонской горы. Когда Юлиан Отступник решил во всем досаждать христианам, то стал благоволить иудеям. Видите, кому они благоволят. И желая опровергнуть пророчество о храме, его разрушение, решил им помогать восстанавливать храм. Но на их одеждах появлялись кресты, а уже построено разрушалось от землетрясения, и из камней вырывался огонь, опаляя их. Молился он за юношу, продавшему душу дьяволу, подняв руки, молился о том, чтобы Юлиан не возвратился из похода и Отступник погиб. То есть можно молиться, чтобы жизнь его закончилась. Я об этом молился, прямо молился: «Господи, закрой его поганый рот, чтобы прекратились это хуление, обрати его на путь покаяния, доколе не мстишь, владыка, за кровь нашу». Откровение 6.9. 5 апреля Пуприй поднял крестообразно руки, непрерывно молился 10 дней, и дьявол, лазутчик, посланный от Юлиана Отступника, не мог пройти в разведку о противнике. Вот 4 года назад, ну что, по вашим молитвам, что ли, я и не говорю это, но я молился об этом, чтобы Господь ему черную занозу дал в мозги, чтобы он задумался и принес покаяние. И вот эта черная заноза его достигла. 9 июня Копри. Юлиан Отступник хитрыми мерами многих совратил в бездну. Таким говорили: «Ты был раньше сосуд благодати, а теперь стал гнойным сосудом». Это был гнойный сосуд. Он везде все отравлял. Ему даже вот эти люди, ученые, все говорят, он чужое воровал, плагиат, 100 тысяч заплатил. И тут, какой, говорит, похлебкой гнилой кормишь? 7 ноября Антонин плюнул в лицо Юлиану. 18 октября, Иулиан, святой: «Радуюсь, что мерзкое животное погибло». В этот день Юлиан Отступник пал. Радуюсь! То есть святые радовались, что богохульные уста закрылись. А не так, не радуйся смерти. Твоего врага не радуйся, он не мой враг. 18 марта, Кирилл Иерусалимский. О храме иудеев подробно. Юлиан Отступник решил доказать неистинность христианского пророчества о храме иудеев и помочь им остановить его, но ничего из этого не получилось. 1 января, Василий Великий, молился перед образом великомученика Меркурия о смерти Юлиана, и тот погиб. А о смерти молился! 17 февраля, Федор Тирон. Патриарху Евдоксию было видение о том, что Юлиан, чтобы победить христиан, решил отнять от них помощь Божию, осквернив их идоложертвенным. Для этого он приказал окропить все продаваемое на торжеще идоложертвенной кровью. Об этом Федор Тирон и возвестил Евдоксию, раскрыв сатанинский заговор. Вот так это вот все говорил, мешал, места там, где еще писание, все это окроплял мерзостью Задорнов. Христианам было объявлено в храмах ничего не покупать, а питаться сочем, то есть сваренной пшеницей с медом. Так как основные покупатели были христиане, то торговля практически прекратилась. Узнав о раскрытии скверной тайны, язычники убрали идоложертвенные из продажи. 8 марта. Феодорит Пресвитер. Приверженцы Юлиана грабили христианские храмы, мочились у алтарей. Это его моча, она будет еще долго издавать вонь. Марк Епископ, 29 марта. Страдал от Юлиана и думал, что это ему за то, что он когда-то скрывал Юлиана от смерти. Мысли куда повернулись? Их и скрывать нельзя, потому что он от сатаны. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи, сейчас я прочитал. 5 апреля, Пуприй. Юлиан послал дьявола лазутчиком в стан врага, но дьявол не мог пройти мимо распростертых рук этого святого много дней, 10 дней, и вынужден был возвратиться, скрыв истинную причину своей неудачи. 9 апреля, и психи. Василий Великий вышел навстречу к Юлиану с тремя хлебами, которые император передал лошакам, сказав: «Когда я вернусь из похода, я буду кормить вас сеном». И подал Василию клок сена. Василий же сказал: «Я вам дал пищу человека, вы мне дали пищу животных». А Юлиан сказал: «Вы, христиане, хуже животных».
Василий сразу ушел и стал на молитву перед образом святого Меркурия, прося, да не возвратится он из похода. Вот моя молитва почти такая же была. Дай ему черную занозу прямо на сцене. Ему на сцене стало плохо. 29 апреля 9 мучеников в Кизике. Жалоба Ильяну. Весь город верующий, а нам не дают наши храмы. Но он так и не отдал. Епископ Елевсий был заключен, и после смерти Юлиана освобожден. Юлиан не разрешал открыто притеснять христиан, так как боялся их. Аресты и казни проводились по другими надуманными причинами, как при советской власти. За веру не гнали. Копри Патермофи. Юлиан пал и стал сыном сатаны. Он не возвратился с битвы. Это битва была. Этот Михаил боролся с христианством. Восстановить неоязычество. Он прямо был у них, как шаман, и к шаману обращался еще. Полумертвый лежал, все с шаманами знался. И поэтому в это, что там покаялся там или что-то, трудно поверить. Почему нигде ничего нету? Нету. И даже опубликовать, что он принял православие, и то с разрешения родных. 5 августа Евсигний, воин, жил 110 лет, хвалил царя Константина и поносил Юлиана. Поносил. Он был из тех, кто видел явленный при Константине крест. 5 сентября Иувентин и Максимин. Щитоносны. Они, щитоносцы, безбоязненно укоряли вероотступника Юлиана. 2 октября Артемий. Юлиан попал в ад. 18 октября. Многие просили в молитвах о низложении Юлиана. Юлиан молился 10 дней и услышал голос. Мерзкое животное погибло. Радуюсь, ныне время благодушия. Вот так. Я считал, когда, кажется, там этот выступал все время против Левашов Николай и Дмитрий Смирнов, там или кто-то из священников, сейчас не могу сказать точно, они высказали радость, так на них напали. Я знаю, не понравится это, то, что я сейчас говорю. Вот. Ну, пожалуйста, смотрите, как о нем отзываются люди, что он сделал, почему так скрытно. Вот, ну, откройте мои вот это, зарядите просто. Номер 25, Задорнов, прощенное воскресенье, Игнатий Лапкин. Буквами напишите русскими. И вы увидите, о чем я беседую. 19 минут 57 секунд. Или дальше, номер 17. Невзоров, Лапкин, Задорнов, М. О вере и религии. Так что я ничего тут не могу сказать. Я говорю то, что сказал раньше. Ничего не меняю. А если бы он истинно покаялся, показать надо. Покаялся, я бы молился за него. Вот так. Ну и еще на это сказать. Бедная душа несчастная. И главное, как за границу. Он в Латвии был, в Латвии поехал, в одной из республик. Ну, еще не сказать-то, что в Латвии был, даже это и то скрывали. Ну, это так понятно, там родился, отец похоронен в Латвии, рядом с отцом, чтобы его похоронили. Ничего нету. То есть это писатель. Писатель хуже всякого разбойника. Он столько мерзостей наговорил на христианство, столько прославлял язычество. Пало мерзкое животное, об Юлиане было сказано. Так что, может быть, и это здесь. Богу нашему слава. Да приготовит всех к исходу из этой жизни. Мы об этом молимся каждый день. Все.